Всем привет, ребят. Управились мы на бригаде, обработали зерно. Завтра поедем сеять. Вот так. Не был целый день на дворе, а здесь на хозяйстве. Вот только-только пришел. Зашел сначала к Глории. Глория отдыхает, температуры нету. Вымя долю намазал еще раз. И сразу пришел вот сюда к малышне. Посмотреть, как у них дела, едят ли они или нет. Пока светло, сейчас буду скусывать им зубы, но без вас. Это занятие не очень приятное, потому что поросятки орут. Я их сейчас половлю, вынесу на улицу, но сейчас хочу посмотреть, кушают ли они все или нет. Ну, мордашки не покусаны, значит, за соски не дерутся. Вот мордашечки не покусаны, и еще нужно стену подбелить. Так, черненькие мордашки, вот так вот. А ну сюда, пузики у всех есть, как вы видели. Половина лежит под лампой, половина лежит возле мамки. Мамка их не обижает уже. Мамка обижала их немножечко во время того, как у нее шел опорос, и то она их не обижала, она как бы их отгоняла от себя, типа, не мешайте мне, и так тошно. Вот так, вышло с нее два последа сегодня с утра. Ну, как с утра, я имею в виду, когда я закончил съемку, то я пошел домой, через час пришел, два последа вышло. В общем, все поубирал, ну и все хорошо. Поросятки вот обтерлись, мамулька обтерлась. Чистенькая, сухенькая, подчистили, подсыпал свеженькой соломки немножечко. Вот так. Давай, выворачивай сильнее. Вымя у нее подтянулось, живот тоже подтянулся. Они сейчас день-два, она ложится то в одну сторону, то во вторую. В общем, они научатся, они поймут, где соски, кто будет нижний ряд сосать, кто верхний. Ну, вот так. На самом деле, вымя у нее дряхлое. Такое, как я не люблю. Мне нравится такое вымя, как у Хельги и у Брюльки. Оно вот прям торчит. Ну, я имею в виду, видно и нижний, и верхний ряд. А здесь из-за того, что кожа дряхлая, свинушке нужно коллагенчика попить, да? Колодца поварить из ножек. Вот так. Ну, вон, видите, некоторые уже достают. Вот тут передняя титька, давай, вот, смотри, какая вкусная, не лезь туда, давай, вот там нижняя, угу. Дули, скажи, вот, уперся он в верхнюю, вот она, на, вот, нужно, чтобы они сосали, ну не лезь туда, они то сосут, так не драться. Давай тебе дам передний. Вот титька, вот там. Он титька. Вот. Стоять. Сейчас дам. Стоять. Вот, сам найдешь. Вот. Вот титька. Это лучше. Это самая передняя. На. Вот. Да вот же ж, вот. Вот. О, бери. Это передняя, самая лучшая. Во. Все. Когда все. Да, переднюю соси. Вот эту нижнюю. Давай. Бери. Вот, титька, вот. Взял, нет. Да что ж ты, вот она. Вот. Вот. Ну не лезь туда, вот передняя. На. Бери. Сейчас будет давать молочко. Бери. Да бери ж ты. Ну, упертая какой поросеночек. Во. Все. Пустила молоко. Пустила. Во, аж брызнула изо рта. Все. Вот так. Вот там с задней титьки нужно вот на вот эту подцепить, вот свободная. Ну,
первые сутки, даже нельзя сказать, что первые, им даже суток нету. Они родились 12 часов ночи, сейчас 4 часа вечера. Давай, давай, вот еще свободно, рядышком. Рядышком, вот это лучше, бери большую. Бери большую титьку. Вот титька, вот еще свободная. Вот, вот, вот. Во. Вот так. Если кусаться не буду, даже можно сейчас и не скусывать зубы, можно их, можно будет сделать это все в один день. Конечно, если свинка агрессивная или поросят много дерутся, нужно делать сразу. Вы только родились и сразу делать. А когда они вот так сразу разделились между сосками, то можно это, чтобы не нервировать малышей, да и самому два раза не заморачиваться, сделать байкокс, железо и зубы скусить все вместе на третьи сутки. Сегодня среда, то есть сегодня даже не сутки, в четверг им сутки, в пятницу двое, в субботу трое. Вот это все можно сделать в субботу. Да, ребятня? Пеппа, твои нервы не сдают, что рядом детвора? На диету не сядешь? Нет? Нагадила, весь загон заваляла, да? Сейчас будем убирать. По идее, завтра. Сегодня какое число? Шестое, седьмое? Наглянуть. Сегодня шестое. По идее, завтра, послезавтра будет опорос у скумбрии. Надеюсь, что он пройдет без задержек. Да, мамульчик. Все. Красавчики. Все равно я говорил, все ровненькие. Некоторые немножечко поменьше. Вот поменьше и вот поменьше. А так, ну, более-менее нормальные. Нормально разделились. С одной стороны 6, с другой стороны 5. Ну, по-другому никак. Все. Через двое-трое суток они уже то вымя будут сами подкидывать. Да, оно еще немножечко подтянется. Веснушечка, ты умничка. С таким пузелом налупила всего 11 штук. Крупненьких, ровненьких. Знаете, вот намного спокойней, когда их 15 штук или 14 или 13, и ты не знаешь, куда их девать, кому их подсаживать. А так вот красота, скажите, вот никаких вообще проблем нету. То есть идеально. Что может это испортить, я понятия не имею. Ну все, все, хватит. Хватит. Какие пузатенькие. Ты спишь? Наелся, да? Все, 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 все. Все, 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 все. Свинота маленькая. Вот и маленькая свинотка, да? Вот так. Пузатенькие, молочко есть. Притом, там молока достаточно, прям пузатенькие, хорошенькие все. И вот этот малыш, кабасик на последней титьке. Хороший хлопец, хороший. Под лампочку. Спать. Давай спать. Туда. Нет? Давай спать. Хватит. Поели, ушли. Поели, ушли. И так каждый раз. Вон, давай под лампу. Там тепло. Давай, давай под лампу. Давай. Давай. Давай, давай. Уходим, уходим. Мама не трогает. Мама ничего не болит. И все хорошо. Все, все, все.
под лампочку идем, хватит тут кучковаться, вот там теплее, поели и сразу ушли. Надо делать так. И мама спокойненько отдыхает, хватит ей массажировать. Хватит, хватит, туда. Уходим, уходим. Кыш. Кыш, 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 кыш. Кыш, кыш, кыш. Он же не сосет, сиська вот на бок. Это не попал, смотрите, не попал. Ты не сосешь. Заснул. Заснул. Все, все. Все к мамке лезут. Ровненькие, хорошие. Хорошо, когда все хорошо, да? Вот. Когда все хорошо, ходишь, улыбаешься. Когда что-то случилось, ходишь, расстраиваешься. И оно вот так как-то чередуется. Я надеюсь, что все у Глорочки будет хорошо. Потому что это твердая доля у нее прям меня немножко выбила из колеи. Я так расстроился, сразу, знаете, сразу вспомнилась Чернушка. Ну, вот так. Ну, думаю, что у Глории все будет нормально. Это один сосок, то есть, ну, одна доля, даже если она в дальнейшем будет нерабочая. Сейчас главное убрать воспаление, убрать инфекцию в доле и просто пусть сосок, ну, то есть доля засохнет. Даже если, я еще раз повторюсь, даже если она не будет в дальнейшем работать, ничего страшного, у нее помимо этого соска еще 13, поросята его не будут сосать, если в нем нет молока, так что все будет нормально. Да, ребятушки, ребятушки, лепешечки, вам мало, да, вам мало, это молозиво, молочка через 2 дня будет больше, да, ну все равно пузатенькие, кушают все ровненько, все хорошо, не драться за титьки, не драться, спать идем, угу, да, будем убирать сейчас у свинот. Все, все. Ну все, все, Веснушечка, я ухожу. Ухожу. Работай. Все мухи половились. 2-3 летают в сарае. И на этом все. Вот так. Чтобы не нагадили, нет. Ну, а эта паразитка, ей опять жарко. Она опять лежала в отхожем месте. Он вся грязная. Овсяночка, тебе не стыдно? Я вас убираю, убираю, а ты замазываешься. Ты свинота, да? Вот так. Бройлеров сегодня не убирали, просто было некогда. Сейчас уже темнеет, мне нужно поубирать, еще нам нужно нагрузить газон обработанного зерна, завтра ехать в поле. Поэтому, не знаю, сегодня бройлер забивать не будем. Наверное. Это не точно, я не знаю, может вечером. Кнопа, кнопа, что ты слышишь там, блохи родненькие твои? Слышишь? Угу. И ты когда-то такая тоже бздюха была, вот такая. Так ты родилась реально вот такая. А сейчас выросла. Все, зря я их перекидывал туда. Не хотят они уходить. Все, спят. Спят и пьют молочко. С соской во рту. Все, ждем очень нервный опороз от скумбрии. Скумбрия — это, конечно, не Веснушка. И когда скумбрия кидается на поросенка, я думаю, вы помните, 3 опороса мы уже с вами у него приняли. Когда скумбрия кидается на поросенка, то она реально на него кидается. Это не то, что Веснушечка. Так. Подрались за передний сосок. А ну не драться. А ну не драться. Вот так. Во. Все, все, все. Так что переживем опороз скумбрии. А дальше все пойдет как по маслу, потому что остальные свинки все спокойненькие, добренькие. Вот так. Вставай, вставай. Ой, тяжело на такое пузо встать, да? Давай, вставай. Во. Все, уже не висит на полу. Немножко поджалось, да? Вот так. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.